Добрый вечер, дорогие друзья из зимнего февральского Кишинева. Хочу предварить своим вступлением очередное видео из Болгарии, из Варны, чтобы вы узнали о моем новом канале, посвященном специально Варне, Болгарии, в частности Варне. Да. И я в Кишиневе уже месяц-полтора. А видео с Варной накопилось очень много, потому что по техническим причинам я не мог его там обработать и опубликовать. И продолжаю это делать здесь, в Кишиневе. Данное видео, которое сейчас последует, из центра Варны, снятое в тех местах, где я жил когда-то 15 лет назад. Там мой дом, в котором я жил, Магала. И вы знаете, что интересно, что за 15 лет я нашел ту же кофемашину на том же старом месте, у тех же гаражей, те же магазины. Кто открыт, кто закрыт, ну, в связи с этой ситуацией. Но в основном 95% осталось без изменений, что очень радует и греет душу. Там рядом центральный рынок, называется Колхозен Пазар. И после этого видео я сделаю еще одно вступление, и вы посмотрите мою прогулку по центральному рынку Варны. Называется Колхозен Пазар. Цены, кафешки, магазины, инфраструктура и все остальное. Желаю вам приятного просмотра. Дорогие друзья, привет вам из Кишинева и из Варны. Добрый день, добрый осенний день, дорогие друзья из уютной Варны. Я нахожусь в местах, в которых когда-то жил. Это район Колхозен Пазар, то есть район центрального рынка. Посмотрите эти места. Я сейчас вот посетил одно местечко. Тут раньше был квартальный барчик. Сейчас я вернусь, покажу вам, а то я хотел что-то вот просто так пройтись, и думаю, это же не позволительно быть в таких местах и вообще и не показать вам Варну. И все было чуть-чуть по-другому, но все так же, вот тот же асфальт, видите, тот же вот этот вот кусочек бетона здесь, как и 15 лет назад. Здесь на улице стояло два столика, вот там справа от двери третий, низкие потолки, очень было уютно, такие столы со скатертью настоящими. А я жил вот там вот. Вот туда дорога ведет налево. Вот это любимые варнинские такие маленькие магазинчики разного плана. И продуктовые, и вещевые. Всевозможные кафешки вот такие. Вот видите, вот раз. Сейчас вот специально подойдем поближе. Посмотрите, вот магазин размер-то. Что здесь продают? А что-то... Ага. Что-то вот женские колготки там всякие там продавали. Но сам факт, посмотрите, какой размер у размера. Маленький такой магазинчик. Вот напротив тоже такие магазинчики. И что характерно, вот для курящих тут везде продаются сигареты. Не как в Кишиневе, только в супермаркетах. Этот магазин, в нем еще работала моя бывшая жена. Вот продуктовый магазин от хозяйки. И тут велосипед рядом. Был где-то вот барчик, помню, какое название у него было, но уже его нет. Это вот на месте велосипедов он был. Вот посмотрите, видите, вот тут какие дома, вот с правой стороны девятиэтажка, но совсем не чувствуется ее груза с правой стороны. С левой вот 4-5-этажечки, и оно как-то не нагружает психику, мозг. Посмотрите, какой симпатичный частный домик и какое уродство рядом залепили, вот это серое, многоэтажное, безликое. А, и магазина уже тоже нету, гараж. Вот этот домик, посмотрите. Вот этих домиков такого плана в Варне очень много. Видите, вот какой домик интересный, частный. Это все старые варнинские дома. Но здесь он так, а вот там, где вот их много, где вот Майя, здравейте! Астаман, здравейте! Астукасан! О, с ним вам засвоите последователи. Таман после тех Петера и Питом за Велесом. Наработали-то?
Не, вкусно и още спит. Не лошу. Не лошу. Пока сюда входа и снимем свой эти... Тука живее, как же помните, да? За свой эти последовательный. Вот мы встретили жену моего друга, адвоката Велеслава. Я вот сейчас попробую. У него любимая поговорка. Говорит, Велес, ой, тут дорогу сделали. Раньше здесь будка была, но это не важно, да, все новое не знали. Я говорю, Велес, чем ты занимаешься? А он говорит на болгарском, разводе, продажбе, покупке и кражбе. Разводы, продажи, покупки и кражи. Видите, все, даже на русском больше рифмы. И опять напомню, что в Варне все кофеаппараты, все стоят на улице. Доступ к ним круглосуточный. И цена на кофе, вот сейчас, видите, вот мы в центре, не у нас Золотых песка, посмотрим. 40 тебе шинайский, а 50. 60. Да. Вот я спросил, видите, вот мы разговаривали, 60 статинок самый дорогой кофе. А даже 70. Макачино с коньяком. Дорогие лыжи. 7 лей для молдаван. Остальные все делят пополам и получают евроценты. Вот тут я жил раньше, где мой подъезд? Ага, вот за этим серым фордом. Да, да, именно на 4-м этаже. И рядом был магазин. Вот так и есть, представляете, 15 лет прошло, а магазин все там же стоит, только он сейчас закрыт. Хранить он истоки, по крайней мере, вывеска не претерпела никаких изменений. Вот, мы сейчас двигаемся плавно, постепенно и уверенно, и честно, как говорил Саша, в сторону колхозного базара, то есть центрального рынка, или сокращенно базара. В декабре начнется вот это, называется «Колядни украси», ну, предновогодние украшения. Коля, да, а у нас в нашем крае, в Бессарабии, говорят Кола, да. Тут говорят Коля, да, там у нас говорит Коля. Коля, да. Предновогодние праздники. Рождество. И начнутся украшения всякие. Скидки. Ну, скидки так вот. Украшения, знаете, окон, витрин. Мне очень нравится. По этой улице, вот уже там, видите, перекресток уже виден. Центральный базар. Будем называть, как положено, колхозен базар. И там такая бадышка. Сюда была крычма, болгары называют. Как молдавский сказка. Крычма, крычмарь. И такая не пафосная, такая душевная. Туалет на улице. Офигительно. Некоторые начнут мыть. Вот, хотим сервис, хотим то, хотим все. А мне нравится все простое, знаете, потому что там душевно. Там собираются простые люди, соседи, все друг друга знают. Там и телевизор, и интернет, и круглые столики были. Я не знаю, если оно работает, потому что время идет. Что делать? Кто-то скажет, ой, неухоженное, все нормально. Все очень уютно. Главное, чтобы было душевно. Знаете как, мне не нужен просто такой полированный газон, бездушевный, где нету души. Где все ходят как зомби, как роботы. Мне нужна душа, чтобы было душевно. Знаете, вот я за это ратую. Этим хочу делиться с вами на своем канале. Я ищу такие места. Ну, смотря кто что ищет. И кто еще важно, кто... что и как видит. Я, допустим, в этом дворике вижу какую-то душевную историю. Кто-то скажет, грязно, неухоженно. Вот в этом доме, видите, где написано Айкос, да? Я вижу тоже интересную историю какую-то. Если бы эти домики и деревянные окна могли разговаривать, сколько бы они рассказали вам и нам интересных историй. Вот все демократично, все, видите, как люди взяли пиво. Вот угол колхозного базара. Вот он. И рыбный павильон на углу, вот он.
пахнет рыбой даже. Ой, заложенная крышка, это как называется? Эти комиссионки. Вот это большая мода, Варни. Это капец. Все есть. И золото, и компьютеры, и телефоны. Ну и там, как правило, тоже бывают мутки. Сомнительные комбинации, которые надо стараться избегать. И вот мы идем по тротуару. Это улица широкая. Как же она? Наверное, не Афит Босвари тоже. Вот. Агроаптека. Сортовые семена. Все на русском. Кто там возникал, что в Болгарии много латиницы? Латиницы есть, но не до такой степени. Нету таких извращений, как в Кишиневе. Там фиш-маркет, всякая херобура. Тут все преимущественно свое. Вот видите. Спешная ключарская помощь. Это скорая помощь по изготовлению ключей. Видите, как аттрактивно. И вот взглянем на базар, так кинем взгляд, потом пройдемся по нем. О, надо найти местечко для отдыха. Вот такие вот улочки здесь. Вау, так, идем, как нам идти. Так, справа неинтересно, слева гораздо интереснее. О, будем идти по дороге и снимать павильоны. Видите, пицца Итали. Но там, однако, вещи. Это не успели снять, поменять вывеску. Почти все как в Кишиневе, вот на Болгарской. Почти все так же. Аптека. Стандартная аптека. Тоже их, но не так много, конечно, как в Кишиневе. Хватает. Почти то же самое, короче. Почти то же самое. Сортовые семена. Саженцы. Все, что хотите. Пожалуйста. Вот еще один вход в базар. Вход, даже заезд. И здесь проходик есть такой потайной. Торбички чували. Торбочки, мешки. Здесь, видите? Какие хотите, оптом. И даже вот есть эти. Ага. Вот надо будет сюда потом зайти. Вот тут всякие тоже посуда, аксессуары и бабушкино село. Видите, написано бабино село. Лафа. А вот вижу мой барчик издалека, любимый. Посмотрите, вот видите, там вот два таких домика на той стороне. Видите, черепичная крыша. Вот тот возле стены большого дома. Вот это тот барчик, о котором я вам рассказывал, квартальный, у которого туалет на улице. И рядом такой домик, цветы продаются. Сейчас зайдем, проверим, что там. Но снимать не буду, потому что они могут не захотеть внутри. Но он должен работать. Вот, видите, оптика, и там виден дворик, в котором находится туалет. И вот бар такой, видите? То, что любит ваш автор. Бодыжки такие маленькие, такие душевные. И вот здесь электрозаправка. Заряжаются автомобили. 400 ватт. 22 киловатта зарядка. 3,7 это маленькая. Для замалки, да, тест? 3,7 киловатта. Ага, шумка. Закули лето такие, да, это большое, 22 киловатта для автомобилей. И вот здесь стоят. Это ваш? Кто? Не. Не мой. Я... Вот мы и посетили это замечательное фольклорное душевное место. И как-нибудь я приду сюда днем и попрошу снять интерьер. Дворик. Простой дворик, без пафоса. Все как я люблю. И как любят те, кто это знает и понимает. Идем дальше. И пользуясь случаем, сейчас пройдемся по... А теперь привет вам. И продолжение этого видео хочу разделить именно базар, чтобы базар начинался, когда я выхожу с бара, отдельным видео, чтобы не путалось. Потому что, судя по аналитике,
мало кто из вас доходит до конца в одном из видео. Иначе это получилось бы очень большое видео, примерно там на 40 минут, 50. И поэтому продолжение смотрите в следующем ролике. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете меня? Нет. Да, снимаю привет кишиневцам и болгарам, да. Хотите передать привет? Да. Кому? Ну, болгарам. Болгарам, давай. Да. Вот женщина проходила и доброжелательно хочет передать привет. Передаю привет всем болгарам здоровья. И молдаванам. И молдаванам. Которые далеко от Молдовы и скучают. Сейчас. Да. И передаю привет, счастья, здоровья. Спасибо вам большое. Спасибо. Все, видите, какие у нас хорошие люди проходили и передали привет. Да. Спасибо. Пожалуйста. Как вас зовут? Маргарита. Маргарита, очень приятно. Маргарита, вот передала вам привет. Вот Маргарита. Вот она передает вам привет всем кишиневцам. Да. Всем, кто жил в Кишиневе когда-то и скучает, да, и живет, да, далеко. Да. И болгарам, и евреям, да, и гагаузам, да, и всем. Всем. С добрыми пожеланиями. Добрыми пожеланиями. Да. Здоровья. Из Кишинева. Здоровья, да, и счастья. Спасибо вам большое, Маргарита. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Вот так вот. Видите, как гостеприимно, как тепло у нас люди с открытой душой в Кишиневе передают привет. Вот так вот. У нас подорожал хлеб. Хлеб подорожал, да, черный хлеб 8 лей. Да. Обалдеть, был 5. А зарплата та же, и пенсии те же самые. Да, те же самые. Ай-яй-яй, вот так вот. Не знаю, ну ничего, не будем унывать. До новых встреч, дорогие друзья. С теплыми, приятными пожеланиями к вам. Видите, как спонтанно, без режиссуры, без сценария. Мы передаем вам привет из... Да, вот Маргарета говорит, травка появится, листики, почки расцветут, и будет тепло и уютно и на душе, и на теле. Травку, говорит, будем есть. Ну, не-не-не, все хорошо. Господь с нами, Боженька не даст нам остаться без еды. Вот сосед тоже говорит, черемшу будем собирать, крапивы, леуштян появится, щавель. И будем кушать все, что Бог нам послал, с удовольствием. До новых встреч, дорогие друзья. Привет вам из зимнего Кишинева, февральского.